Я бы хотела знать, что случилось, пока мы действовали по отдельности. Да ничего такого! Всем привет! Вы на канале Дифлей, и мы продолжаем проходить «Твоя очередь сдохнуть». Не забываем пошлепать мой лайк, написать комментарий, минимум из 5 хороших слов для поддержки этого видео, а еще можно платно подписаться на канал, задонатить по ссылкам в описании, или же по этим самым ссылкам в описании подписаться на мою телегу. Погнали! Итак, нам надо ее как-то валить... А как это вообще делается? Блять, а я хуй знает, если честно. Не совсем понятно, тут даже в гайде не особо толком написано, как это должно быть. Ладно, допустим. Допустим. Я обрызгаю их водой, которую я тут нашел, мяу. Давай. На ком? Давай на нем. Не знаю, наверное. Что это ты делаешь, Ген? Ага, это насмешливый И. Вода проникла внутрь механизма и произошло короткое замыкание. Получилось, мяу! Запустился насмешливый И. Так, подожди, мы же вроде бы по-насмешливому валили. Ладно, кого он-то? Окей. Как я погляжу, Мяснау с вами нет. Неужели вы ее убили? Га! Не слушай его! Не слушай его, Кьютара. Я все понимаю, но... Он хитер, нужно быть осторожнее. Сейчас я вам помогу. Ранмару подставил подножку, и теперь Хинака на земле. Охуеть помог. Га! Хинака не может двигаться. Хватит, Ранмару. Заткнись и смотри, Сара. Нет. Так, хорошо. Так, а Рёка мы выбирать. Блять, Рёка-то уже все. Бля. Соу. Посмотрим, может, убедить их повезет, если он согласится перестать нападать. Ну давай. А убеждение печальный напуганный. Так, ты у нас печальный? Да. Шин, ты прав. Это нужно прекратить. Но Хиёри, я нужна ему. Печальный И бурно отреагировал и потратил много энергии. Хинака снова на ногах. Запустился печальный И. Простите, простите. Я не хочу делать вам больно. Мейпл, Борис, ты ведь не хочешь этого, правда? Мейпл напала на Май. Мейпл! Май едва увернулась. А-а-а! Мейпл не нравится насилие, но Нагетс подчинил ее себе.
Окей. Печальный. Так, ну, Соу еще раз ведь не проклят. Печальный. Да. Простите, я не могу. Черт, мы с тобой оба. Май поднялась на ноги. А, только один раз можно. Запустился напуганный И. Пожалуйста, пожалуйста, я не хочу умирать. Старшая сестренка Сара, мы можем его спасти, мяу? Он работает на той же батарее, что и остальные, я не думаю, что это возможно. Так, хорошо. Если не будем жестокими, нас убьют, давайте пригрозим им, чтобы напугать. Я не знаю, как вариант, я не совсем понимаю логику этой игры. Ну, мини-игры. Так. Напуганный и насмешливый. Напуганный. Ебать, она страшная. Ты меня пугаешь, и я так не могу. Выпустите меня отсюда, спасите! Напуганный И бурно отреагировал и потратил много энергии. Сработало, но я гордости не чувствую. Запустился злобный И. Не умрите, поскорее. Мэйпл напала на Хаясаку. Отстань! Хаясака пытается убежать от атаки. Хорошая работа, мяу, ты быстро бегаешь, вуф! Так, злобный. Помогите! Погнали! Давайте установим мир, знаете, типа, приглашением! На злобном, да. Ты хочешь, чтобы я сотрудничал с людьми? Совсем поехавший, я тебя уничтожу, слышишь? Злобный И бурно отреагировал и потратил много энергии. Я, конечно, не совсем этого добивался, но и так сойдет. Хаясака вернулся. Запустился насмешливый И. Похоже, он нас оценивает. Так, ну насмешливый Хинака. Да? Что за недостойное поведение? Знаешь, я ведь учитель, а непослушных учеников необходимо перевоспитывать. Блять. Насмешливый И бурно отреагировал и потратил много энергии. Он собирается читать мне лекцию, пока убивает. Запустился печальный И. Не могу предать Хиори, не могу предать Хиори. Мэйпл яростно машет руками. Подходить опасно, мяу! Левая рука Мэйпл ударилась о правую. А, моя рука. Я не могу на это смотреть! Блин! Я вам помешаю. Хинака не может двигаться из-за Ранмару. Хинака не может двигаться.
Я буду всеми силами мешать вам! Да иди ты нахуй. Так. Хорошо. Так, а что делать-то будем теперь? Так, монету. Ютарыч? Давайте печальный. Вы считаете меня союзником? Но я не могу, я только делаю, сделаю вам больно. Я не могу контролировать себя. Печальный и бурно отреагировал и потратил много энергии. Га! Мы должны ее как-то спасти! Вот все. Что? Хиёри, пожалуйста, выпусти меня. Во? И все-таки в итоге ты оказалась бесполезной. Кому-то пора на свалку. Ты совсем обалдел? Мэйпл любила тебя, а ты просто... Спасибо вам. Я наконец очнулась. Эй, Хиёри! Давай умрем вместе! А? Давай умрем, Хиёри. Умирай себе на здоровье, я обойдусь. Наггетс. Может, извинишься? Может, извинишься? За что? Что это-то? Страшно? Чё ты думал, она против тебя не пойдет? Она тебя угандошит, и помогать никто не будет! Да вы не против манекены? Если я умру, ваши ошейники! А что ты от нас хочешь? Мы ее не остановим! Дуф! Тебе не сбежать, даже не пытайся! Идем за ними, мисс Сара. Пожалуйста. Подожди, сначала Рёка. Мы ее не вернем, ты же знаешь. У него шиза? Не будь эгоисткой, я пошел. Не вернем? Ты хочешь, чтобы я просто... Приняла это? Эту ужасную трагедию. Рёка была такой доброй и сильной. Рёка, которая всегда нас защищала. Она оказалась жертвой кого-то, кому я доверяла. Я не могу просто забыть об этом. Это ведь плоды моих собственных действий. В тот момент в моей голове была только одна мысль. Я хотела выиграть. Я хотела перестать нести на своих плечах груз, заставлявший меня защищать союзников. Я довела Ранмару до этого. Это моя вина. Мне так жаль. Прости меня, Рёка. Гин, я не имею права к нему прикасаться. Прости, Гин. Подожди, Сара! Кьютара?
горилла. Уж не знаю, что Наггетс тебе сказал. Но я в тебя верю, Сара. Мы, может, внешне не похожи, но все когда-то совершали неправильные поступки. Может, ты прав. Да, может, ты и прав. Мы постоянно толдычили, я в тебя верю. И наверняка это давило. Но никто не будет тебя обвинять. Не стали бы, даже если бы ты нас скинула. Глупости, мы... Одна команда, так что... Точняк! Если разделимся, нам конец! Так что ты это, не отгораживайся от нас! Не выстраивай стенку! Старшая сестренка Сара. Хорошо. Я крепко прижала к себе Гена. Не плачь, Ген. Ага. Я справлюсь. Наггетс, он ничего обо мне не знает. Ради Рёка. Старшая сестренка Сара, пойдем, мяу. Да, идем за остальными. Но для начала сохранимся. Я не хочу эту блядскую игру еще раз проходить. Между прочим, я так и не понял, по какой логике надо было бить. Я просто хуярил рандомно. Все равно она работала. Может, так и задумано. Я хуй знаю. Хиори, прими это, наконец. Уф. Когда мы пришли на кладбище, Наггетс был загнан в угол, Мейпл. Хватит, Мейпл! Прощай. Я люблю тебя, Мейпл. А? Он врет. Это ложь, Мейпл. Я знаю, Хиори лжет. Нет, я правда тебя люблю. Мейпл, не слушай его. Я не верю тебе, Хиори. Вместе. Простите, но... Ты! У тебя чего, электрошокер вместо пальца? О-о-о. Нет, я... Вот мудила. Ха-ха. У нее почти получилось. Какую жалость. Кое-что мы теперь знаем наверняка. М? Только что, тебе было страшно. Ты испугался, Мейпл, ведь она была готова умереть, забрав тебя с собой. Ты показал свою слабость, страх смерти. Действительно. Я всегда думала, что Наггетс не боится собственной смерти. Но я ошибалась. Даже Наггетс не хочет умирать. Ну и бред. Что этот факт вам дает? Если вам кажется, что вы можете воспользоваться моей слабостью в перде, сейчас вам в любом случае нечего делать, кроме как начать банкет. Банкет. Он, походу, прав. Ну а где мистер полицейский? У нас нет времени на поиски. Он точно в порядке, мяу. Я в него верю, Вуф. Сейчас наш последний шанс. Но сначала я бы хотела со всеми поговорить. Ебать их всех, как много.
Никогда бы не подумал, что все так сложится! Поговорить. Курумада. Ты в порядке? Ты в порядке? Да какая разница? Вот дерьмо! Он нас предал! Нарушил обещание! В основном Ренмару предал нас. Манекенов он ведь не тронул. Проблема не в этом. Меня это выводит. Рёка тоже должна была быть здесь. Я хотел, твою ж мать. Посмотрим, что будет на банкете. Может, я смогу грохнуть Ранмару? Было бы неплохо. Пиздюк тот еще. Хуеблядок. Ух, неужели мы больше не друзья? Поговорить. Анзо. В чем дело? В чем дело? Я говорю о Ранмару. Неужели он тебя не пугает? Нет, если бы не я, он бы не стал. Ну уж нет, глупости. Даже если он стал злым под чьим-то влиянием, все равно сам виноват. Ты никогда не была в похожей ситуации, Анзо. Ну, я выбрала карьеру клоуна, потому что кое-кто на меня повлиял, но... Я бы никогда никому не навредила. Может, Анзо по-своему беспокоится? Может быть. Для меня это слишком. Поговорить. Хаясака. О чем ты? О чем ты? О мисс Рёка, конечно же. Вы помогали нам все это время, а в ответ... Учитывая, в каком состоянии находится Курумада, если Ранмару попытается сделать что-то до банкета, я остановлю его. Подставлю себя под удар, если потребуется. Ну, если смогу. Окей. Мы так далеко зашли, Сара. Поговорить. Май. Ты готова? Ты готова, Май? Конечно, всегда готова. Эй, Сара. Тебе все нравятся? А? Что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду? Я не про нас, скорее про выживших. Я не думаю, что мне нужно отвечать на этот вопрос. Наверное, ты права. Вы все мне тоже нравитесь. Что бы ни ожидало нас после банкета, я буду на вашей стороне. Май. Июнь! Почти готова, Сара! Поговорить? Как твоя рана? Что насчет тебя, Кьютара? Как твоя рана? Да забей! Так долго с ней уже хожу, почти не чувствуется! Она ведь глубокая, я впечатлена. Кьютара, ты ничего не хочешь мне сказать? Я бы хотела знать, что случилось, пока мы действовали по отдельности. Да ничего такого! Если он не хочет говорить, я не буду допытываться. Я уверена, что могу доверять Кьютара. Сара! Когда будешь готова, маякни! Мы начнем готовиться к банкету! А то, что он что-то вместе с Геном скрывал уже и как-то и поебать, да? Ну ладно. Так, Ген... Мистер полицейский, может, и сердцеед, но мне его не хватает, мяу. Мне тоже. Пусть бы поел мое сердечко. Мага. И горилла, и боксер оба поранились, мяу. У-у-у.
все будет хорошо. Все будет хорошо, не волнуйся. Да, я пригляжу за ними, мяу. А что насчет тебя, Ген? Ты в норме? В полном порядке, Вуф. Хорошо. Ты стал таким выносливым, Ген. Старшая сестренка Сара, я буду тебя защищать, мяу. Ген. Ты б сам себя защитил. Хей, думаешь, безопасно оставлять Ранмару в покое? Поговорить. Ранмару, ха. Сейчас мы ничего не можем сделать. Больше делать нечего, ни нам, ни Ранмару. Позволить ему выйти сухим из воды. Меня это выводит. Но... когда банкет закончится, можно просто не возвращать его к жизни. Я не... почему ты так смотришь? Собираешься простить его, даже если он убил Рёка Сэнпай? Я не могу его судить. Ну хватит, достаточно разговоров, Сара Сэнпай. Что? Сара с собой разговаривает? Окей. Я уверен, ты знаешь, но все только начинается. Поговорить? Соу. А что тогда было до этого? Прозвучит странно, но мне кажется, мы просто его развлекали. Больше всего он хотел, чтобы было весело, а его веселят странные вещи. Ха, и все равно. Ранмару, он смог меня удивить. Даже я не ожидал, что он убьет мисс Рёка. Кому нужна кукла, причиняющая вред людям? Ха-ха-ха. Разве тебе не грустно, Сол? Грустно? Я уже забыл, что это такое. Для меня Наггетс и вы все одно и то же. Только порядок разный. Ха-ха-ха. Сол... Соу заставляет меня нервничать. Правильно ли я тогда проголосовала? Да. Мелкая меня бесила. Поговорить? Ты в порядке? Что ли? Так, подожди. Ты в порядке? Да какая разница? Вот дерьмо! Так, Юторыч. Сара, ну чё, начнем готовиться к банкету? Подожди. Подожди. Сохранимся. Сначала. Ладно, давай. Да, начнем. Нормально так. В этом самом. В гайде написано спойлерное уточнение. На данный момент Ранмара и Кармада должны уже умереть. Нет, я живы. Уверен, все и так знают, но... и сейчас надо будет выбрать, кого положить в гробы. Все равно, живы они или мертвы. Кто-то там должен быть. Хоть кукла, хоть человек. Ха, камень, ножницы, бумага, возможно.
Внутри будут манекены. Никто же не против, да? Что? Не решай за остальных. Почему нет? Мне не сложно. Ты тоже лезь, Ранмару. Если будешь сопротивляться, я затолкаю тебя туда голыми руками. Даже по частям. Манекены не будут терпеть твоих выходок. Остынь, как скажешь. Ранмару забрался в гроб. Мне тоже пора, пока я не передумала. Хинака забралась в гроб. Решено. Май забралась в гроб. Выбора нет. Ха. Хаясака забрался в гроб. Уф, ладно. Анзу нехотя забралась в гроб. Вперед! Курумада забрался в гроб. Спасибо вам. Остался только вон тот мяу. Последний гроб. Я осмотрю его. Так, а что это на земле? Тело Мэйпл. А, ну ладно, пусть полежит. Между прочим, а ее ж можно было положить туда. В этом гробу был Кейджи. Я попробую его открыть. Не выходит, он не открывается. Надо что-то придумать, мяу. Да. Знаете, банкет не начинается, значит ли это, что гроб пустой? Тогда... Мистер полицейский, правда, живой? Ну, а теперь нам надо решить, кто. Что? Воу! Гробы! Они полностью опустились под землю. Не может быть! К воротам! Быстрее шевелите ластами! Окей. Чё? Иди к воротам. А, боже, к этим воротам. Ворота открыты. Зайти. Ебать, Слендерман. Хей-хоу, я чуть не уснул, пока ждал. Что? Где все остальные? Где те, кто был в гробах? О, да ладно тебе, даже не поздороваешься? С ними все в полном порядке. Вы скоро встретитесь. Упс, прошу прощения. Я мейстер, смотритель банкета. Сейчас вам нужно выбрать ведущего. Что, если ему бы... Что ему надо будет делать, мяу? Полегче. Этого я пока не могу сказать. Мы будем играть в русскую рулетку. То есть проверять удачу участников. Разрешите представить вам одного из ведущих. Наггетс! Хватит уже этой фигни! А какой же гроб вы выберете первым? Первым? Внутри этих гробов будут находиться ведущие. Опять гробы, Шоля? Те же, что и на кладбище, никакого подвоха. Они совершенно новые, как вам повезло. Хотите, чтобы я выбрал первым? Стой! Короче, давай позырим, все ли там норм с этими гробами? А что делать? Ну, сохранится само собой. Нет. Подожди.
Блять, а тут выбирать надо. А я ебу. Осматривайтесь, сколько вам угодно. Ладно, пу. Хорошо, мы выбираем... Хорошо, мы выбираем левый. Ладно! Ну дай мне еще раз осмотреть! Кьютара очень внимательно изучил гробы. Нет нужды трогать их своими грязными руками. Гробы абсолютно одинаковые. Тип того! Ничего подозрительного! Берем тот, что Сара выбрала! Наки-доки, тогда я возьму тот, который вы не выбрали. Нагид забрался в правый гроб. Мы точно правильно выбрали! Сейчас настало время выбирать ведущего. Хорошо подумайте, я вас не тороплю. Однако не забывайте, что заряд батареи у манекенов не бесконечный. Что нам делать? Ведущий наверняка будет в опасности. Мы должны решить прямо сейчас? Не зная правил. Я хочу мяу. Гин? Так внезапно? Почему ты так внезапно? Вы всегда меня защищаете, Вуф. Поэтому я бы никогда... Поэтому вы бы никогда не выбрали меня, мяу. Но если выживу только я... Уверен, меня это расстроит, Вуф. Как будто это я во всем виноват. Поэтому, пожалуйста, позвольте мне быть ведущим, Вуф. Я тоже хочу спасти кого-то, Вуф. Это... Ты уже... Потому что я люблю вас. Гин. Теперь продолжим. Мы и так задержались. Ча? У меня нет на это времени. В темноте появился проход идти. Какое странное место. Я нигде не вижу гробов. Что ж, момент настал. Я должна быть уверена, что готова. Мы больше никого не можем потерять. Что ж, пора начинать. Появитесь! Та-дам! Удивительное устройство, не правда ли? Гробы, неужели остальные внутри? Воу, даже не пытайся их открыть, поняла? Потому что я их только что запер. Я все равно должна подойти поближе и осмотреть их. Ой. А, она вращается? Удивительно, да? С помощью этого устройства вам нужно понять, где Наггетс. Понять, где Наггетс? Ага, он в одном из этих 9 гробов. Выиграет тот, кто первым попадет в цель. Вот каков банкет с русской рулеткой. Значит... Естественно, если в ведущего попадут, то он умрет. На кону жизнь Гина. Мэя, ну выпусти нас отсюда! Вы там, мяу, старшая сестренка Сара? Гин. Гробы звуконепроницаемые, но с помощью мониторов вы можете общаться.
А зачем тогда было делать их звуконепроницаемыми? Ой, я ничего отсюда не вижу, мяу! Если бы я только знала, там должна была быть я. Даже не думай об этом, мисс Сара. А? Мы здесь, и мы должны адекватно оценивать ситуацию, поняла? Верно. Сейчас нам нужно победить и выжить. Я выиграю и спасу Гина. Ах да, у вас ведь есть целая команда, значит, Наггетс тоже нуждается в ком-то. Кто будет нажимать из-за него на кнопки? Пожалуй, это буду я. Вот ты жульничать не будешь? Если сжульничал я, значит, сжульничал Наггетс. Мы разделим ответственность между собой. Вам тоже лучше играть честно. Нарушители правил долго не живут. Как будто мы можем что-то сделать. Мы начнем, как только решим, кто будет выбирать первым. Раз уж команда Гена в невыгодном положении, думаю, справедливо будет, если они начнут. Ладно. Как-то все затянулось, а? Давайте уже приступим к делу. Русская рулетка, банкет начинается! Сохраниться где-то можно будет? Буль-буль-буль-буль-буль. Напряжение в воздухе можно резать ножом. Правила простые. 9 гробов, если попадают в Гена, мы проигрываем. Если выбран Наггетс, победа наша. Но... Вряд ли все так просто. Кроме того, в одном из гробов Наггетс, но он ни слова не говорит. Но! Мы все равно должны справиться. Вместе мы обязательно найдем правильный ответ. Кстати, вы можете вращать платформу с гробами во время игры, если хотите. Не забывайте об этом. Окей, но я точно помню, что нам можно и нужно сохраниться тут. А вот играть в гробовую рулетку будем уже в следующий раз. Всем спасибо за просмотр и всем пока!